Всем привет, с вами Константин, компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу сделать видеоотзыв у наших клиентов. Это Вячеслав и Алла. Они у нас выбрали дом 90 квадратных метров с тремя спальнями, кухня, зал и санузел. Ну, хочу, чтобы они маленько рассказали себе сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, мы попутешествовали-то немало по нашей стране. И из всех, так сказать, осмотренных вариантов вот здесь, в Приморье, в Крыму, более достойного предложения мы не нашли. Потому что вот реально такое предложение, чтобы было и земли в достатке, и дом просторный, уже с отделкой, за такие деньги не найдешь. Это реально, это без вранья. В принципе, все плюсы я перечислил. Что еще нужно? Переживания для человека. Быть, да, переживания, может быть, какие-то были, когда естественно, выбирали застройщика. Естественно, были. Но мы посмотрели в честные глаза директора, на самом деле, потому что уже немножко научились разбираться в людях, и нам показалось, что это, как это в народе говорят, не кидалово. Я, как помню, вы приехали, выбрали дом на этапе строительства. Полностью чистовую отделку вы уже выбирали под себя. Да, и до сих пор пока еще определяемся там с плиткой, с обоями, со всеми делами. Нюансов куча. Так что тут все полная свобода. Ничего не навязывается. Да, ничего не навязывается. Так что в этом плане вообще классно. Не успели же подать свою отделку в подарок попасть клиенты эти. Да, они у нас успели в эту акцию попасть. Такой вопрос еще. Когда мы вам должны сдать по графику дом? 24 мая этого года. Почему говорю, что будем вести полностью тогда обзор вашего дома, чтобы мы вместе могли наблюдать полностью строительство, отделку, и все, как вы будете переезжать и заселяться. Вы планируете это сделать 24 мая? Ну, приемку осуществить, да, но переселяться мы немножко так, не будем обременять себя в датах, Ваш выбор, нам главное вам сдать дом в срок полностью. Здесь из коммуникации застройщик вам пообещал центральная вода, свет 15 киловатт и газ. Да, газ и... Подошла, только подключение ждем. Да. Как раз к сдаче нам обещали, что уже все будет функционировать. Даже раньше будет. А почему вот именно 90 квадратов домик вам был интересен? А у нас семья небольшая, для гостей комната будет. Нам достаточно. Зачем много? Ну, многие приезжают, выбирают побольше, двухэтажный. Это не для нас. Зачем? Это ведь потом все содержать они нужно. Они будут родственников ждать. Да, они будут ждать, когда к ним кто-нибудь переедет, но я не знаю. Это уже жизненный опыт. Константин, тоже подписчики интересуются, вот, и интересно всем будет, столько застройщиков здесь, да, в регионе. Почему именно выбрали вот «Стройгарант Анапа»? Ну, я, наверное, повторюсь, потому что более достойного предложения на этом рынке мы не нашли. Мы видели дома похожие, симпатичные, но там метр от дома, земля заканчивается и соседская крыша. Мне это не нравится. Такой вопрос. По поводу оплаты. Застройщик шел к вам какие-то, может быть, делал предложения на ваши условия? Или у нас какие-то строгие правила по поводу, чтобы оплатить? Нет, предложения были достойные предложения. Мы как бы постарались. И скидка была. Достойная, нормальная скидка. Мы поговорили с директором, он, в принципе, не противился. Хотя спрос есть. Ему не особо-то, наверное, это нужно было делать нам скидку, но он сделал. Ну да, здесь берут очень много. Да, поэтому какой-то компромисс. Я еще раз говорю, да? Приятные люди, нормальные, выполняют свои обязательства, обещания. Дальше посмотрим. Друзья, поэтому выбирайте надежного застройщика. «Стройгарант Анапа» – это надежный застройщик, который может воплотить вашу мечту в реальность. Поэтому выбирайте нас, будьте с нами и обращайтесь к нам. Всем пока, до новых встреч.